Всем привет! Это очередной выпуск театральных буней. Сегодня у нас большой завершающий спектакль «Байдерка». Дальше у нас впереди только два гала-концерта. Я очень люблю спектакль «Байдерка» за то, что это такой шедевр, это голубая классика нашего классического наследия. Я очень люблю картину «Теней», потому что она невероятно красивая, ее приятно танцевать. Ну, я люблю танцевать сложно, но очень приятно. Вот, смотрим, как дальше. Сегодня я пришла чуть позже, потому что я занята только во втором акте. Но мне все равно, конечно, нужно будет сейчас чуть пошевелиться, потому что я хочу посмотреть первое действие. Вот, значит, до начала спектакля у нас 45 минут. Скорее, идем одеваться. Всем привет. Да-да-да-да. Три четверти. Это четырех актов. Я довольно долго шел в четырех актах. Волнуешься? Главным шедевром хореографическим Мариуса Петипа это третий акт картина «Тень». Дорогие друзья, вас благодарю. Желаю вам незабываемого вечера. И прощаюсь с вами. Не пуха, не пирог, съем. Спасибо. Как вы думаете, мне или не мне? Сейчас я вам покажу, как по-другому я канифолю. В сегодняшнем спектакле во втором акте я танцую вставную вариацию с подоксионом, вот, и у нас такой красивейший костюм, тут даже есть такое украшение, и корона, и даже капелька. Все костюмы сшиты из натуральной ткани из Индии, закупались они вот прям в Индии, они очень дорогие и очень натуральные, и... Но есть один момент, что мне их очень сложно танцевать, потому что натуральный шелк не тянется совсем, поэтому
Мне еще повезло, потому что у нас не настолько сложная вариация, у меня нет таких маневренностей в корпусе, а вот у девочек, которые танцуют под аксион, у них очень много разного корпуса, разных пор добра, и я не знаю, как они танцуют, потому что это очень-очень сложно, потому что нет совсем никакого пространства для маневрирования. Вот. Но в целом мне очень нравится костюм. Смотрите, какой он яркий. Пошла на стену. Та-дам! Ренат, кого танцуешь? Попугайчиков. Ой, это очень сложный номер. Я неблагодарна. Согласна. Вот у нас номер намного проще, намного благодарнее. И пачки красивые. И коробки. И коробки. Девочки, вам нравится спектакль «Байдерка»? Очень. Ой, какие вы красивые, удачи вам. Смотрите, какой красивый лотос. Обычно перед этим актом у нас длинный антракт, потому что здесь устанавливает новый свет, и еще здесь устанавливает вот такой пандус. Я считаю, что главное выходить на сцену нужно с настроением. То есть ты уже накопил определенный багаж, перед смертью не надышишься,
и что-то пытаться кого-то удивить. Сейчас уже ничем не удивишь, кроме того, что можно заворожить своим танцем. Когда он настоящий, когда он идет от души, тогда это чего-то стоит. То есть твои старания, они на самом деле никому не нужны. Главное — это твоя душа. Это то, что мы показываем на сцене, потому что наш танец — это и есть душа. И, конечно, мы все испытываем какое-то волнение, стресс, да, но мы так мало танцуем, и так хочется от этого получить какой-то кайф. Поэтому хочется танцевать, наслаждаться танцем, и этим я пытаюсь заниматься, а не стараться кого-то удивить и не стараться сделать пируэт. Вообще там, конечно, в балете очень много требуется эмоций, техников и музыкальности и так далее. Но для меня это все важно. Если как техника нет координации, тоже как не может передать эмоции. А прыжки тоже. И музыкальность тоже. Если, ну, для меня как это не люблю так сказать, но для меня самое важное — музыкальность. Потому что замечают, что у меня есть прыжки, но если нет не вместе музыки, тогда это прыжки не смотрится. Поэтому как музыкальность это очень важно. Я все время говорю, что без музыки балет невозможно. Без балета музыка можно играть, но без музыки балет не существует. Поэтому я так могу сказать. И если техника говорим, что не знаю, это тоже как мы как все время спорим, это от природы или от школы и так далее. Но я считаю, это все тоже вместе. Если как у кого-то есть техника в координации, но нет школы, тогда это не смотрится. У нас все-таки в балете в первую очередь это красота. Поэтому даже при даже обращаться нужно с красотой. Поэтому это, конечно, мое мнение. Но могу сказать, что, конечно, сегодня я к суши с Амандой и еще самое главное, что вместе зрители, еще трупы, оркестры, это как, не знаю, очень много получил впечатления хорошие, и как я огромное, ну, благодарить, люблю всем. Ну все, у нас закончился балет «Байдерка». Это финальный балет такой большой в нашем Нурийском фестивале. Он остался 2 гала. И я надеюсь, что вам понравится мой выпуск. Я очень рада, что мне получилось дать мини-интервью Ксении Шевцовой и Ким Кимина. Это прям вообще... Я даже не ожидала. Они такие классные. Они классные как артисты, как люди. Такие добрые, искренние. Ну, я думаю, вы сами поймете это по ответам. Вот, поэтому этот выпуск, который прям сердечко у меня зашел. Я надеюсь, он всем понравится. Я надеюсь на вашу обратную связь, на сердечки, на репосты. Потому что так все так приятно получать эти комментарии. Вот, до следующих выпусков театральных будней с нашего Нурийского фестиваля или уже со спектакля в июне. А может быть, репетиционного дня. Всем пока-пока!